musical instrument. Это происходит от слова гангарва. Best melody they can give. Это небожители, которые играют священным образом на музыкальных инструментах. Without Gandharva's blessings, we are not able to sing sweet manner. И без благословения Гандхарва мы не способны сладкозвучно петь и играть. Like Titiska have blessings of Gandharva. Как у Титикши есть Саттагавинда also have. Благословение у Саттагавинды. So many gopis there in Rasha dance. Количество гопи на танце. 16,000 gopis. 16,000 гопи. 16,000 melodies also there. И было также 16,000 мелодий. Among the 16,000, we know only 36. Среди 16,000 мы знаем лишь 36. I think nowadays also we don't know 36, maybe 4-5. Я думаю, что в наши дни мы не знаем этого, может быть 4-5 максимум. So this is the. So our philosophy. Наша философия. Really deep. Очень глубока. And vast. И огромна. So you should just little bit try to understand. Если вы хотите чуть-чуть our main goal of practice. Понять, в чем состоит главная цель практики. Then we can practice accordingly. То тогда мы сможем соответствующим образом. In this regard. И в этой связи we should follow the Raghunath Das Goswami. Мы должны следовать Рагхунатху Дас Госвами. Procedure. Его способу each практики. Rounds, each pass, each is well, not previous life, because when he was in his family, how his lifestyle was. То, как он жил, будучи в своей семье, его образ жизни. И то, как how he used to observe. И то, как он стал в статусе отреченного человека, как он стал. Все это необычайно привлекательно. Хотите ли вы по утрам говорить на эти темы? Различных именах Радхарани. Evening time is normal. Вечером обычная программа. Да. Окей. Постой. Like you know this, like Jat Brahman means. Jat Brahman. By birth they are Brahman. То есть те, кто с рождения Брахманы по рождению. They have faith. У них есть вера. To worship Lord. Поклонение Господу. Right? Не так. And you are devotee. You have also faith. Вы преданный нас. To worship Krishna. У вас также есть вера поклоняться Кришне. Do you see that